До последнего времени казалось, что резонансные ДТП с участием автобусов происходят только в глубинке, где и подвижной состав староват, и квалификация водителей невысока. Однако недавние события показали, что и столичный регион не застрахован от подобных трагедий. Не случайно инспекторы Одинцовского отдела ГИБДД практически ежедневно отправляются в профилактические рейды для контроля за пассажироперевозчиками нашего района. Данное мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в области безопасности также транспортных перевозок. Соответственно, предупреждение и пресечение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, в сфере эксплуатации транспортных средств, а также на выявление нелегальных перевозчиков. Сотрудники ГИБДД проводят такие рейды совместно с коллегами из регионального административно-транспортного контроля областного Минтранса. Основное внимание уделяется оценке технического состояния и укомплектованности автобусов, а также выявлению водителей транспорта, не прошедших необходимый предрейсовый контроль. Все делается быстро, чтобы не задерживать в напряженные утренние часы ни автомобили, ни пассажиров. Просим с пониманием отнестись к проведению данных мероприятий. При любом, как говорится, тревожном случае сообщать или в ГИБДД, или в организацию перевозчик. Вся информация указана в транспортных средствах. По мнению сотрудников ОГИБДД, только совместные усилия правоохранительных органов, пассажиров и самих транспортных предприятий могут дать необходимый эффект и обеспечить достаточный уровень безопасности автобусных перевозок в Одинцовском районе.